Всем привет! И добро пожаловать на наш канал YouTube, где мы рассказываем о нашей жизни в Южной Корее. Сегодня уже вторник. Понедельник нашего совместного отпуска остался незаписанным, потому что мы вчера устроили генеральную уборку. Поехали в магазин за покупками. Короче, сегодня уже ближе к вечеру. Стало не так жарко, потому что утром пришло оповещение всем, что не вздумайте выходить на улицу в обед, потому что будет очень жарко, и есть возможность того, что вам станет плохо. Особенно если вы, плохо себя чувствуете или возраст. Неважно, это все. Ближе к вечеру мы выбрались в парк Самлак, где сейчас цветут лотосы. Мы здесь в прошлом году были с родителями, вот здесь вход. Мингео не подождал меня, уже отошел. Я помню, что в прошлом году мы долго-долго не могли найти эти лотосы, потому что как-то отец не знал, где машину поставить, А в этом году мы так быстро доехали, быстро нашли. Вот, и я надеюсь, что они уже все распустились. Смотрите, вот там вот станция Сасан-Йок, Home Plus, фиолетовая ветка метро, которая едет прямо в Киме. И вот Самлак, парк Самлак, где вот такое вот есть место с лотосами. Вот здесь еще лотосы не сильно распустились. Дальше, мне кажется, больше будет. Я только что говорю, боже, Мингю, какой ты молодец вообще. Во-первых, что вспомнил за лотосы. Во-вторых, что мы приехали сюда просто в идеальное время. Сейчас 6 часов, не жарко, немного такой прохладный ветерок. И что-то совсем нет лотосов пока что. Вот там вот я вижу вдалеке белое красивое, а здесь что-то вообще. Все-таки мы приехали не совсем вовремя, потому что я так понимаю, что лотосы, которые еще остались живы, они просто все закрылись к 6 часам. Поэтому мы так просто приехали подышать свежим воздухом. Какой сегодня прекрасный день! Вы видели, какое сегодня небо? Прям хочется взять эти зефиринки и пощупать. Это не точки, это просто какие-то зефиринки. Мингео сегодня... Мингео! Привет! 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 Малыш, привет! Со всеми будем здороваться. Привет! Мингео меня сегодня везет в Янсане на вот эту вот лекцию для беременных. Так что я узнала, что в Янсане будет проходить, и думаю, чего мне в Пусан ездить, если я здесь могу тоже послушать какую-то полезную информацию. Опять же, я уже не помню тему, потому что регистрировалась очень давно. Так что поедем послушаем, он ждать меня не будет, пойдет, наверное, домой, я уже как-то потом своим ходом доберусь. Кончилась моя лекция, я ничего не снимала, было настолько интересно, что я, как обычно, забыла про камеру, потому что когда я чем-то... Я же говорю, так интересуюсь, то совсем забываю, что можно снимать. И такое маленькое было помещение, что как бы и снимать особо было неудобно. Вот, так что мне очень понравилось. Но я сказала, что не приедет за мной. Поэтому я сейчас иду на автобус. Может быть, зайду еще в магазин, что-то
как жарко. Безумно. Все пытаются скрыться в тень или под зонтиком спрятаться. Вот видите, люди под зонтиками стоят. О боже. Мы сегодня едем на фотосессию. Минга меня спросил, что бы ты хотела такое интересное сделать. Я говорю, да, устрою фотосессию. Вот, так что мы сейчас едем в парк мира, как-то он так называется, в Пусан. Там цветет гибискус. Гибискус — это мугунхва, это национальный цветок Кореи. Вот. И мы думали, там будет прикольно пофоткаться. Не знаю, посмотрим, сегодня очень хорошая погода. И я думаю, мы после этого поедем смотреть, после фотосессии поедем на Татепо. Да? Татепо — это пляж в Пусане. Конечно же, пробки, потому что сейчас в Корее сезон отпусков, очень многие куда едут, очень многие приезжают в Пусан, собственно, как и мы. Итак, мы только недавно приехали, до этого 15 минут так очень-очень медленно тянулись. Все почему? Потому что там впереди туннель. И теперь я полностью понимаю врача, который настоятельно мне рекомендовал. Какая-то проблема там у людей, о боже. Это самое страшное, когда корейцы выходят посреди скоростной дороги и начинают ругаться, о боже. Так вот, я теперь понимаю 100% слова моего доктора, который настоятельно рекомендовал мне не ездить ни на какие дальние расстояния в машине, потому что есть большая вероятность того, что ты где-то застрянешь в пробке, будешь стоять 2 часа. Очень жарко, очень душно и вообще. Какое красивое дерево. А, в туннеле то же самое, блин. Мы уже сделали фотосессию. Теперь просто гуляем в парке мира. Охладились, потому что так жарко было за этот час, который мы провели на 30, сколько там градусов у нас сейчас за бортом, на этой жаре. Поэтому мы сейчас уже в машине едем на пляж Татепо смотреть закат. Такое настроение отпуска. Еще один, как это называется, бридж. Мост. Смотрите. Там у нас Чакальчи, Нампудон, Пусанская башня. Вот она, вот она. Так, чем? Я первый раз. Нет, ты сегодня красавчик. Очень красивый. Пляж Датепо, и вы знаете, здесь очень круто. Здесь мелко и для деток то, что нужно. Только посмотрите. Людей относительно не так и много. Мы на пляже. Здесь прекрасно.
прекрасный закат.그래, 내년에 오자. 안녕. Thank you.